Здравствуйте, вы смотрите специальное интервью, с вами Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Татьяна Витальевна Пульнинович, директор Одинцовского центра занятости населения, и Малашкина Наталья Анатольевна, начальник Одинцовского управления социальной защиты населения. Здравствуйте. 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 Очень рада видеть вас в нашей студии. Пригласили не случайно, и тема нашего сегодняшнего выпуска – социальный контракт. Давайте разбираться детально. Гражданам, которые попали в трудную жизненную ситуацию, у которых доход ниже величины прожиточного минимума, по независящим от них причинам, всегда оказывалась государственная социальная помощь. Вот сейчас у нас еще появился один вид государственной социальной помощи. Это государственная социальная помощь, которая оказывается на основании социального контракта. Ну, естественно, первый вопрос – что же такое сам социальный контракт? Да? Социальный контракт – это некое соглашение, которое заключается между гражданином и управлением социальной защиты населения с целью выхода либо одиноко проживающего гражданина, либо его семьи из трудной жизненной ситуации с целью повысить материальное благосостояние этой семьи. Ну и условием, конечно, назначения социального контракта это является средний душевой доход семьи, который не превышает величину прожиточного минимума. Здесь хотелось бы сказать следующее, что всем известно, что прожиточный минимум устанавливается для различных категорий граждан. Это трудоспособное население, это пенсионеры, это дети. Здесь я не могу сказать о том, какой конкретно прожиточный минимум. Почему? Потому что семья может состоять, например, одинокая мама и ребеночек. Тогда мы считаем прожиточный минимум для трудоспособного члена семьи плюс для ребенка, складываем, делим пополам. У них один прожиточный минимум. Да? Если, например, это многодетная семья, которая состоит из там папа, мама, это трудоспособные члены семьи, например, четверо детишек, у них прожиточный минимум для детей, то таким же образом происходит и расчет этого среднедушевого дохода семьи. И если у семьи доход не превышает вот, установленный прожиточный минимум, тогда да, они могут подать заявление на региональном портале государственных услуг, заполнить его, то есть указать мероприятия по социальному контракту, какие конкретные, сейчас могу сказать ниже. Вот, и это заявление будет рассмотрено в течение 10 рабочих дней Управления социальной защиты населения. Какие на какую же... вот деятельность будет распространяться социальный контракт? Да. Какие существуют мероприятия? Вот на что можно подать? Это основное мероприятие – это поиск работы, особенно для трудоспособных членов семьи. Далее это еще одно из основных мероприятий – это ведение личного подсобного хозяйства. Следующее мероприятие – это организация индивидуальной предпринимательской деятельности. И еще одно из мероприятий, оно несколько отличается вот от тех трех, которые я назвала выше, это мероприятие на иные цели. То есть выход из трудной жизненной ситуации. Здесь может быть, например, и одежда, и обувь. Это единовременные выплаты. Вот таким образом. А каким образом вы взаимодействуете с Центром занятости населения? Ну, мероприятие по поиску работы, Татьяна Витальевна, да, прокомментируйте, пожалуйста. Если гражданин будет заключать контракт, именно социальный контракт по поиску работы, значит, заключив контракт, он обязательно должен встать на учет в центр занятости, и по нему должно быть принято решение о признании его безработным. Ну, то есть, давайте сразу, вот прям пошагово. Сначала гражданин через портал госуслуг подает заявление о заключении социального контракта, да, где указывает вид мероприятия, вид деятельности, да, это поиск работы, и уже следующий шаг. Следующий шаг, он заполняет заявление на портале «Работа в России» или через портал госуслуг, заявление именно о подборе ему подходящего работы и регистрации в качестве безработного в службе занятости. Это заявление приходит к нам в центр занятости. Мы его рассматриваем, приглашаем гражданина. Значит, он обязательно к заявлению прикрепить должен свое резюме, чтобы мы могли знать, какое он имеет образование и какие он виды деятельности осуществлял и в какие годы. После этого мы смотрим, значит, сравниваем нашу базу вакансий, есть ли для него подходящая работа. Если для него есть подходящая работа, мы его приглашаем за двумя вариантами подходящей работы. Если для него нет подходящей
настоящей работы, значит, он принимает решение по нему о признании гражданина безработным. И здесь мы уже начинаем с ним работать по личному плану, поиску работы и по его карьерному росту. Здесь уже... То есть вот именно на это будут идти средства, я правильно числе, понимаю? Да. В том числе, да. Значит, здесь тогда уже присоединяются у нас психологи, они смотрят профориентаторы, смотрят профпригодность, определяют, значит, его ли профессия, по которой он работал или имел образование, длительно ли он неработающий, почему причины, по каким причинам он не может найти работу, или же его профессия устарела, как сейчас говорят, тогда будем рассматривать вопрос о его переобучении. Здесь тоже очень хороший, я считаю, социальный контракт одно из этих мероприятий, потому что как можем мы обучать через центр занятости и выделять финансовые средства на его обучение и выплачивать стипендию. Также, если у нас сложности идут с поиском работы, значит, подключается опять социальный контракт, и уже переобучение или профобучение, или новую смежную профессию он может получить также через органы социальной защиты. То есть, получается, это двусторонняя поддержка, да, человека, который оказался, с одной стороны, в трудной жизненной ситуации, да, он лишился работы, столкнулся с тем, что найти ее оказалось не так-то просто, но есть вот еще один вариант. То есть можно перепрофилироваться. Да, да. И если у нас жестко ограничено, мы, например, переобучаем только на рабочие профессии, те, которые востребованы на рынке труда, то уже через как раз социальный контракт там более широкое действие, там и финансирование больше. Значит, можем ему подобрать уже действительно ту профессию, с которой он действительно точно трудоустроится. Есть ли уже такое в практике, заключены ли подобные социальные контракты? Значит, это Наталья Анатольевна скажет, а я скажу про наших безработных. На сегодняшний день у нас осталось около 660 из числа безработных, стоящих на учете, граждан, получающих пособие. Мы им предлагаем, особенно те, кто длительно стоит у нас на учете, предлагаем обратиться в органы социальной защиты именно для заключения социального контракта. Но я хочу сказать, что сейчас в банке вакансий около 3000 вакансий. Поэтому, если гражданин действительно заинтересован, если действительно сложности у него, пусть обращаются, приходят, будем искать. Сейчас более широкое поле стало действий. Если мы федеральным законом все-таки о занятости, мы жестко в рамках входим, да, то здесь как раз получается ему, как вы правильно сказали, двойная помощь с двух сторон. И если действительно ему тяжело и действительно трудная жизненная ситуация, я думаю, он не останется ни без работы, ни без новой профессии. Это прекрасно, когда государство тебе предлагает возможность получить новую профессию, которая востребована, которая будет оплачена. Это просто уникальный шанс. Я думаю, стоит воспользоваться каждому. Я так понимаю, что можно обратиться и к вам в центр занятости, да, населения, те, кто уже у вас стоит, да, просто да, конечно, получить более подробную информацию, либо напрямую в центр социальной защиты населения. Наталья Анатольевна, все-таки есть ли уже такие контракты? Работают ли люди? Как активно наши граждане вообще вот включились в этот процесс? К сожалению, пока не очень активно, да, на сегодняшний момент. У нас, конечно же, есть небольшое количество заключенных социальных контрактов. В основном люди звонят, уточняют, особенно по направлению деятельности, это предпринимательская деятельность, да, по поиску работы немножко хуже. Здесь, конечно, задавались нам вопросы, в основном звонят это молодые мамы, которые собираются выходить из декретного отпуска, которые, скажем так, уже имели профессию, но в силу того, что они 3 года, например, ты бухгалтером не работал, и мы знаем, насколько бухгалтерия быстро и продуктивно движется вперед, и им нужно переобучение. Они готовы, то есть они, пожалуйста, для того, чтобы... Но они попадают в эту категорию? Конечно, почему же нет? Да, главное – желание человека. Значит, очень много вопросов сейчас идет об открытии индивидуальной предпринимательской деятельности. То есть мы приглашаем людей. Если нам поступило заявление, да, через портал, и доход семьи, что немаловажно, не превышает величину прожиточного минимума, то этому человеку назначается куратор из числа сотрудников управления соцзащиты, который приглашает этого гражданина непосредственно на собеседовать в удобное для него время. Значит, какова цель собеседования? Чтобы все-таки переговорить и обговорить, что человек хочет.
Может, например, наверное, да. В процессе собеседования и вид деятельности изменится. Отрасль создаваемого объекта, да, потому что наличие регистрации в качестве самозанятого, либо, значит, предпринимателя, наличие ресурсов, опять-таки, для реализации проекта в той или иной выбранной сфере, опыта работы, что тоже немаловажно, подготовка так называемого бизнес-плана. Это не говорит о том, что человек должен уже прийти с готовым бизнес-планом, но, по крайней мере, со своим видением того или иного процесса деятельности он должен прийти, да, например, также молодые мамы, опять-таки, которые, в общем-то, воспитывают деток и хотят иметь свободный режим, ну, график работы, да, очень интересуются открытием, например, такого направления, как маникюр, педикюр, да, как наращивание ресниц, перманентный макияж. Понятно, что для этого нужно и обучение, да, мы понимаем, что нужно обучиться для того, чтобы это уметь делать на профессиональном, да, и в этом может помочь либо центр занятости, либо, значит, управление соцзащиты. И нужны деньги на основные средства, ну, лаки и так далее и тому подобное. На это тоже вот по направлению организации индивидуальной предпринимательской деятельности могут выделяться денежные средства. Но нужно понимать, что гражданин несет ответственность при заключении социального контракта, что он будет заниматься этим делом. Это не просто вот дали денег и все. Да, мы, естественно, будем и... Какая зона ответственности, кто контролирующий орган и сколько подлежности? Существует межведомственная комиссия, да, то есть на которой по итогам собеседования создается программа социальной адаптации. Вот в этой программе прописаны объемы помощи, сроки, в какие нужно, значит, обучиться там или, например, открыть дело свое и так далее. Ну, все позиции, да. Значит, период, когда мы проверяем деятельность человека. То есть здесь же ведь направлено на то, чтобы он самостоятельно мог улучшить материальное положение своей семьи. Понятно, что мы социальная защита и многих вопросов, в частности, ведение индивидуальной предпринимательской деятельности либо ведение личного подсобного хозяйства нам, скажем так, мало знакомы. Поэтому существует межведомственная комиссия, в которой включаются все заинтересованные и лица, и специалисты в этой отрасли. Например, на ведение личного подсобного хозяйства. Если это разведение там, ну, птицы, крупного рогатого скота, ну, все что угодно. Здесь уже нас консультируют специалисты в области тоже сельского хозяйства, которые присутствуют в этой комиссии, потому что мы понимаем, что это, во-первых, нужно и место, где ты будешь это делом заниматься. Да? Это же требует достаточно все-таки, ну, определенного там, территории. Да? Это корма, это инкубаторы, это ветеринарное обслуживание, это свет, ну и все остальное. В конечном счете, если дальше продавать, то это убой птицы, это, ну, там, или что ты выращиваешь, да. То есть здесь очень много таких вопросов, которые обговариваются непосредственно сначала с куратором, потом на комиссию выносится вопрос. Да, если социальная программа адаптации требует доработки, ее вернут на доработку, опять будем с гражданином разговаривать. Если членов межведомственной комиссии все это устроит, наша совместная деятельность с гражданином, да, тогда, значит, уже будет принято решение о том, что необходимо заключить соцконтракт. И... Наталья Анатольевна, насколько часто планируется проведение проверок? Этот вопрос регламентирован? Если мы говорим про предпринимательство. На сегодняшний момент, конечно, мы каждые 3 месяца имеем право приходить, да, если, например, на иные, и проверять непосредственно деятельность и получение доходов. Вот, если по мероприятию на иные цели, то также мы приходим и смотрим, используется ли, скажем, та помощь, которая получена в рамках социального контракта на иные цели, в этой семье. Ну, например. Например, обратилась к нам мамочка, у которой ребенок достаточно успешно занимается в музыкальной школе, уже в конкурсах не просто принимает участие, а является победителем этих конкурсов, и ему нужен музыкальный инструмент более высокого уровня.
Вот, естественно, что идет согласование непосредственно и с педагогом, что это, да, действительно так, и подтверждается, что да, это действительно необходимо, оказывается помощь. Естественно, что мы должны видеть, что, что мама, приобретя этот музыкальный инструмент, играет ребенок дома. А, ну, для того, чтобы повысить, значит, да, свой уровень профессиональный, ну и, соответственно, мы даже, может быть, и зарабатывать этим в дальнейшем, и обеспечить свое благосостояние. Очень даже замечательно. Мы это приветствуем всегда, всегда за детишек. Вот. Поэтому, конечно, мы будем, ну, приходить, смотреть. Но это, конечно, не каждый день, не каждый, месяц. Совершенно не нужно этого пугаться. Мы ждем, особенно для открытия индивидуальной предпринимательской деятельности, молодежь, которая, может быть, даже более смелая в своих начинаниях. Да? Потому что вот иногда задают вопрос, а на что можно? Ну, как бы вот если я вот что-то хочу и чувствую, что вот я могла бы как бы, да, предпринимателем быть, но не понимаю, на что. У нас спрашивают и про графический дизайн, да, ну, про салоны, я уже вам сказала, красоты, и услуги фотографа, и столярная мастерская. То есть спектр совершенно разный, и услуги того же бухучета. То есть нужно просто заглянуть вовнутрь себя и понять, что мне необходимо приложить некие усилия, а государство готово помочь. Естественно, что при определенных обстоятельствах, мы все прекрасно понимаем, да, что раз деньги выделяются, значит, нужно, ну, заключать соглашение, нужно выполнять это соглашение со стороны заявителей, со стороны, ну, управления соцзащиты в частности. Вот. Но надо пробовать, иначе как? Личным примером. Значит, под лежачий камень вода не течет. Да, абсолютно верно. И это социальный контракт, он именно вот для тех активных, которые, ну, не хотят постоянно находиться вот в трудной жизненной ситуации, ну, в сложностях. И готовы, приложить к этому максимум усилий. Наталья Анатольевна, да. Какой размер социального контракта? На какую сумму могут рассчитывать его получатели? Но это совершенно разные суммы выплаты, и зависят они непосредственно от направления деятельности этого социального контракта. Это не то, что, например, на индивидуальную предпринимательскую деятельность можно направить не более чем 250 тысяч, например. Да? Но если вам необходимо какое-то оборудование на 100 тысяч или на 56, то на это и будет заключено. То есть не более чем там, на ведение личного подсобного хозяйства не более 100 тысяч, там, например. И так далее. То есть все это мы расскажем. Обязательно главное заинтересоваться. И эта точечная работа, вот именно та адресная работа, о которой мы говорим, с каждым непосредственно, ну, гражданином. Насколько короткий шаг от момента подачи заявления до подписания социального контракта? Я вам скажу следующее, что в основном все это зависит от желания гражданина. То есть максимум в течение 10 дней мы рассматриваем заявление, 10 рабочих дней. Но, как я вам уже сейчас сказала, да, ранее, что у нас нет особого сильного наплыва в настоящий момент. Может быть, в связи с тем, что у нас по этому направлению деятельности только, ну, начинаем мы все работать по социальному контракту. Поэтому заявление будет рассмотрено гораздо, скажем так, сжатые сроки. А далее, если человек уже четко понимает и ставит перед собой позиции, что он хочет, как он хочет, и все это идет, то это решается буквально в один день. Дальше заседание межведомственной комиссии, если они подтверждают наши, то есть, ну, это все очень быстро происходит. Максимально быстро, да. И комфортно, удобно для, да, гражданина. Мы стараемся, да, для гражданина, чтобы все-таки вот они и можно подать заявление на портал, прийти к нам, записаться в любое удобное для него время, то есть и заниматься выходом из трудной жизненной ситуации. Татьяна Витальевна, вопрос к вам. Какие все-таки сейчас профессии наиболее востребованы? Востребованы инженерные профессии очень. Mm-hmm. Требуются врачи. Где дефицит? Дефицит вот нет. Дело в том, что как раз инженеры очень нужны, а у нас на учете нет граждан с инженерным образованием. Очень нужны врачи, медицинские работники. Значит, очень нужны особенно слесари, но это именно станочники со знанием ЧПУ. То есть тоже недостаток. Юристы у нас достаток, бухгалтера достаток, экономисты достаток. Сейчас, понимаете, очень изменился состав безработных граждан. Если в предыдущие годы как-то смешано было, то сейчас преобладают в основном на учете стоят это руководители высшего звена, я бы сказала.
Но все-таки вы это связываете с пандемией? С пандемией. Это только связано с пандемией. Ну, спрос и предложение никогда не совпадали на рынке труда. Но пандемия показала это очень сильно. Сейчас стоят на учете банковские работники. На учете стоят руководители организаций, начальники отделов. Понимаете, а вакансий таких нет. Поэтому и получается сложность. Поэтому мы уже тоже стараемся, когда видим, стоят дизайнеры, у нас никогда на учете не стояли дизайнеры, у нас стоят на учете режиссеры, у нас стоят звукооператоры, у нас стоят редакторы BBC. То есть, понимаете как? Вот такой контингент стоит. Я думаю, что сценаристы. Мы сейчас решим кадровый голод на телеканале Одинцова, да, и быстро найдем, например, телеоператора. Да. То есть, понимаете, уровень как раз сейчас очень высокий. Ну, а, конечно, преобладают, да, их около 3000, но преобладают, конечно, больше это рабочие профессии. Но я вам хочу сказать, что бывают не только там, как говорится, у нас ХХ, и там еще дальше, да, на Авито хорошие вакансии. У нас тоже бывают хорошие вакансии, но они уходят очень быстро. Потому что контингент, я еще раз повторюсь, что стоит очень высокообразованный и высокого уровня, и профессионалы. И, конечно, когда такие вакансии появляются, она бывает и час у нас не находится. Поэтому вот я бы тоже хотела сказать, есть же, кто уже и долго стоят на учете, больше года, два года, как раз они могут, может быть, подойти вот под социальный контракт, где действительно, потому что мы тоже связаны, и я как говорила, и рабочими профессиями, что обучаем, плюс и финансирование у нас тоже жестко определено. Конечно, по социальному контракту там поле действий более широкое. То есть можно и профессию выбрать поинтересней, действительно, которая нужна на рынке труда, и за обучение, конечно, по более дорогому уже оплатить. Вот. Тем более сейчас еще реализуется проект у нас идет, это то, что 50+, это тоже можно, и они социальные, допустим, контракты, тоже мы можем подсказать, где пройти обучение. Там уже платит за обучение, это идет федеральный бюджет, там ни мы не платим, ни соцзащита, но там уже получается, как и второе высшее можно образование получить. Это у нас три всего таких оператора сейчас работают. WorldSkills, это Тюменский государственный университет и Академия народного хозяйства, филиал Московской областной. Там тоже очень хорошее обучение, там же могут и мамочки получить, там же могут у нас получить и граждане, как раз испытывающие сложности, и по социальному контракту можем им предложить. Вот. И я хотела что добавить еще, что если не получается зарегистрироваться через портал госуслуг или работа в России, то есть бывает, что есть испытывают люди сложности, но, может быть, не позволяет техника дома, у кого-то вообще нет компьютера. Значит, нужно взять полный пакет документов, прийти в центр занятости, у нас есть гостевой компьютер, и мы помогаем зарегистрироваться. Только нужно иметь пароль и логин на госуслугах. Все предусмотрено. Да, полная подтвержденная учетная запись. Да. Наталья Анатольевна, срок действия социального контракта. Социальный контракт, он устанавливается на различный срок действия в зависимости от мероприятий. Это по основному мероприятию поиск работы. Это не более 9 месяцев, а по окончании этого срока периода человек должен быть трудоустроен. Все-таки, да? А если это индивидуальная предпринимательская деятельность, это не более 12 месяцев. Если это ведение личного подсобного хозяйства, то это тоже не более 12 месяцев. И по иным направлениям не более 6 месяцев. Достаточно краткосрочный контракт, который может существенно изменить ситуацию. Конечно. В лучшую сторону. Да. Самое главное, вот еще подытожив то, что говорит Татьяна Витальевна, как вы видите, что предлагается различный спектр помощи и уже готовые вакансии, да, то есть которые можно занять и параллельно, скажем так, обучаться чему-то другому. Было бы желание либо посмотреть внутри себя, что тебе ближе, обучиться, потому что мы тоже на обучение до 30 тысяч можем предложить при условии поиска работы. Пожалуйста, даже платить, скажем так, социальную стипендию небольшую, да, в размере 7 тысяч там, рублей с небольшим. То есть нужно захотеть. Давайте еще раз напомним, кто имеет право на заключение социального контракта. Какая категория населения? Это, в принципе, любая категория населения. Да, это каждый человек, у которого либо который проживает либо в семье, либо одиноко проживающий гражданин, у которого средний душевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Куда мы обращаемся? Мы
обращаемся в управление соцзащиты, через госуслуги подаем заявление, заполняем его в полном объеме, так как оно написано, и ждем приглашения куратора на собеседование. Спасибо большое за интересную беседу. Надеемся, что благодаря сегодняшней программе те, кто в поисках работы или мечтает открыть свое дело, они обязательно обратятся через госуслуги в Центр защиты населения либо в Центр занятости населения и решат свои вопросы в самое ближайшее время. Тем более поддержка всесторонняя им гарантирована. Да, спасибо большое вам за возможность рассказать об этой нужной мере. И мы всех ждем. Да, всех ждем и окажем помощь. Спасибо вам. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания.